Нутелла, я даже падать могу. Ничего себе. Вообще прикольная какая большая. Мам, смотри, арбуз сразу. Где? Короче, пока все дрыхнут, как всегда, как обычно. Мама. Мы с Таюшей пораньше встали. А вы не успели. Мы не успели, да, теперь будем стоять. Мы с Таюшей пораньше встали, решили пойти... Ой, какой красивый дом. Решили пойти купить платье. Нам оно срочно утром понадобилось, да, Таюш? Да. Моя дочка, привезли платье. Нам платье не привезли, поэтому мы решили пойти сами его купить. Смотрите, какой дом прикольный. Симпатичный. Я на этом тоже. Мама, гоу! Гоу, гоу, гоу! Мама, гоу! Ты, сейчас он так включится резко! Обратно. Испачкала, забыла постирать. Вот. Короче, я выставила победителя, кто выиграл 20 тысяч рублей. Я с этим поздравляю. Но 2 миллиона ты лучше или Мерседес, чем 20 тысяч рублей. Поэтому у вас есть все шансы. Срочно сейчас заходите на страницу Даши Пинзель и там подписывайтесь на всех тех, на кого подписана она. Продолжайте участие в Гиве. У вас большие шансы, и кто-то скоро станет обладателем прекрасного автомобиля или 2 миллиона рублей. Доехали в магазин, мы купили подарков. Тейк переоделся. Купили Марусе подарки, Милане. Сейчас приедем, разбудим их, будем разбирать покупки. Да? Покажи, какой наряд ты выбрала, красивый. Тебе наряд. И еще подарок. Ты зачем на лоб наклеила, Таюха? Все, школа приближается, школа рядом. Пойдешь в первый класс? Нет. Или еще 3 года подождем? 3 года. Скажи. Так, начинается разбор подарков. Лаки! Ты тоже тут? Сейчас все подумают, что ты Бертик. Так, давай, Милан, ты первая. Походу идешь. Давай, давай, сама, сама. Марик. А, это ты? Что там? Ого! Какие? Так. Смотри, тут все прилеплено. Привет. Попроси кого-нибудь, Марусю попроси открыть. Милан, ты вот эти штучки отлепляй. О, что там? А что там в этой коробке самой? Куколка. Давай, убирай. Открывай. Мне кажется, с этой стороны, Милаш. Вот, вот, вот. Смотри, вот, вот здесь. Вау! Вот это, она любит шуметь. Покажи. Вот еще. У тебя такой не было? Нет, конечно. Ого! Смотрите, какой у нас купальный. А, у тебя розовый, у него голубые. Черный пакет, а? Ага, класс. Давай. Открывайте черный ящик. Там, короче, должны быть слаймы, я слышала. Да. Да, одна из таких больших. Давай, Милаш, ты уже на финишной прямой, открывай. Я вот такую хочу. А я вот такую. Ты какую хочешь? Вот эту. А она тебе, по-моему, и досталась. Нет, смотри, а вот она. Я вот такую хочу. Мил, давай, открывай. Я тоже такую хочу. Ну!
Барабанная дробь. Та-да. О, ничего себе. Какая красивая, Мила. Большое. Продолжение банкета. Так, Марусь, ну теперь тебя ждем, давай. Блин, какая красивая кукла. Мил, классная? Да. Что надо сказать? Спасибо. Правильно. Мама, открой, пожалуйста. Сейчас, открою. Подожди, сейчас я Маруське посмотрю, что у Маруськи. Смотрите, какая у нас тут красота. Сумка. Давай, Марик. По-моему, там розовая. Класс. Мама больше вас, походу, радуется. Какое платье, ничего себе. Огонь? Огонь, да, спасибо. Огонь? Мама, где-то куколка. И еще туфельки там где-то должны быть, в них нужно слаймик. А куколка где, моя мама? Твоя вот, доченька, вот, надо ее отрезать. Люб, принесите ножницы, пожалуйста, надо отрезать. Ну, это просто праздник какой-то. Ты посмотри, а, какой кайф. Ракушки. Ракунчики. Девочки прошли. А, да? Да, как и у нас здорово. Когда большая девочка подрастет, маленькая, вот, мы еще пересадим, потому что они могут перекусаться, убить друг друга. А мальчики у них так на подхвате. Девочки едят. Белая. Ой. А смотри, какие у нее ноздри. Мама. Да. Не спят, ты что? Нет. Они наблюдают. Они наблюдают. На карантине, когда работали, мы обычно... Это там тоже настоящие? Да, и да. С открытым ртом? Да. Ощущение, что нет. Ой, вон спит один. Вон. Обычно, когда вот так хлопаешь, они... Оп. Ой. Да, у них это частая история, да. Таиш, посмотри туда, тебе на память сейчас сделают. Крикун. Чего кричишь? Смотри, только я отошла, ты ругаешься сразу. Не хотите себе кашу покормить? Хотим очень. Молодец, ничего себе. Кормят. Ой, ты, я. Ради такого миленького сурка, ты готова, хорошо. Аккуратно. Кому там достанется червячок? Там одна лежит, короче, и все собирает. Ты, Юня. Мама, а видеодатчики бывают не круглые? Не круглые. Не круглые. Бывают? Нет, в основном они всегда круглые. Чтобы объем захватить, чтобы со всех сторон увидеть. Вкусное мороженое у тебя? Ага. Ну, сейчас стоит целое приключение было. Встретили бездомную собачку по дороге. Она за нами увязалась, даже когда...
Когда дорогу она перебегала, ждала, пока мы перейдем на зеленый свет. Мы поняли, что ее надо срочно покормить. Нашли продуктовый магазин. Купили еды, вышли, начинаем кормить, а тут выходит какая-то злая тетка. Да. Расскажи папе, что за злая тетка? Мы купили собачку. Она была бездомная. Нашли магазин продуктовый. Она даже ждала, как мы на зеленый перебежала на красный. Она перебежала на красный свет. И ждала, когда мы перейдем на зеленый. Ну, дай папе мороженое, а сама это, сама снимай нормально обувь и рассказывай дальше. Вот. Расстегни сбоку. А, и вот. Мы нашли продуктовый магазин. Мы покормили. Вышла тетка и сказала, а вы этот, собаку не привели? А я. Забирайте ее себе, если хотите. А мы сама забери эту собаку домой. Нас начала за что ругать? За то, что мы кормили собаку около продуктового магазина, да. А потом надо убирать за собой. А мы водичку купили, смыли, а она все равно нас ругала. И говорила, иди, надо было пойти за магазин и там ее кормить. Что вы мне тут у магазина кормите? Потом все будут приходить, эти собаки бездомные у магазина, и просить еду. Да? А мы не слушали ее и продолжали, накормили собачку. И история закончилась хорошо. Она осталась там, с этой злой теткой. А мы ушли домой, да? Потом она ушла, себе домой домик построила, и мы пошли домой. Нет, подальше, ваш побольше. Как ящерица, это часто. Наш там, дочь, вдалеке. Самолетик. Не знаю почему, но у меня каждый раз боязнь опоздать на самолет. Хотя я не помню в своей жизни, чтобы мы опаздывали. По-моему, я не опаздывала никогда. Я не полетела, такое было. Приехала в аэропорт и не полетела. Но чтобы опоздала, не было. Но каждый раз я говорю, поехали. Все, поехали. Все, давайте пораньше поедем. Давайте поедем уже. Все, уезжаем. Вот. И сейчас тоже. Давайте уже быстрее. Все. Мы вас позовем, не переживайте. У вас отдельная машина, довезет вас. Все нормально. Нет, поехали, поехали быстрее. В итоге приехали и ждали, пока все пройдут, чтобы все эти сами. Короче, мне кажется, это все говорит о том, что я обязательный человек. Вообще опаздывать ненавижу. Но иногда на работу опаздываю. За мной есть грешок, но не так сильно, могу сказать, но иногда есть момент. А еще я каждый раз зачем-то набираю с собой целую сумку, фиг пойми чего вообще. Ну, здесь у нас паспорта, это Таюхина ИП. Здесь маски, книга, салфетки, короче, все, зарядки, духи, помада красная, вдруг понадобится, карандаш, короче, все на свете вообще. Здесь у меня от моих этих, сейчас вам разверну, покажу. Вот цепочечки, которые остались для очечечков. Помните, очки разорвалось, я сказала, вот они, цепочки. С собой тоже везу. Крем для рук. Объясню. Да, это а, объясни мне, пожалуйста, почему я нормально iPad отправлялся в полет и стал вот такой. Я его красила. Это снеговичок. А вот это снеговичок, вот это улитка. Без маникюра.
фигура, походу, как мама давно. Так. А вот это вот снеговичок, вот это вот девочка. Угу. Отлично. А это кто? Это улитка. Улитка? Супер. Наш один. Вот наш красный и еще один загрузили. Прикол. Это не наш. Это не наш. Все, выходим. Пошли. Поздно у меня, сынок. Чувствую себя, Оль, тобой просто, когда живот. Бертичка! Идёт, так соскучился. Ты мой мальчишка! Мальчишка! Лосяра. Какой ты большой стал вообще. Лосяш. А, лосяш? Ну, большой парень. И хулиганистый, да? Хулиганишь? Кто прыгает на столы, а? Сейчас мне рассказали, на тебя пожаловали, что ты прыгаешь на столы. Стыдно? М? А еще самый кайф, когда ты едешь по дороге из аэропорта, точнее, когда ты садишься в самолет в другом городе и заказываешь эко-маркет, приезжаешь, а уже все есть. Вообще кайф. Это наш самый любимый без косточек. Смотрите, вот деткам особенно вообще круто. Виноград без косточек. Смотрите, какой красивый. Класс. Какая дынька красивая, сочная. Нереальная. Это мы всякие вкусняшки еще заказали. Помидоры. Ох, невероятного цвета вообще. Красоты. Манго. Тайкова. Кого? Это не тыква, это дыня. Представляешь, какая красивая? Дынька. Это нам на салатике. А мы еще лук привезли с собой, крымский. А я потом посмотрела, а в эко-маркете он тоже есть. Так поняла, эта история стала хитом, особенно после того, как я рассказала. Ну вот для тех, кто не сильно умеет готовить, а это я, например, это вообще очень удобная штука. Как в свою комнату приятно возвращаться. Эх, родной домик. Красота. Нет ничего лучше родного дома. Как там моя гардеробная без меня поживала? Чистота. Кайф. Бутылка вина. Короче, тут такая ситуация. Пишу Сердару, говорю: Сердар, дай, пожалуйста, мне, кто делает тебе маски, потому что я тоже хочу уже себе сделать маску. Ну, чтобы у меня вот здесь вот в интернете, в Инстаграме были маски прикольные. Он говорит: а ты ни разу не сделала масочку с моей этой, и поэтому пока не сделаешь, не дам. Вот жук настоящий вообще. Во-первых, я делала, во-вторых, давай срочно контакт. Ребят, посоветуйте, пожалуйста, кто живет в районе там Новой Риги, Рублевки, Линки. Какой связи вы пользуетесь? Мегафон просто, ну, вот не ловит от слова совсем. Плюс я сейчас вернулась из Крыма и посмотрела 12 тысяч списаний за интернет, за разговоры, которые я практически не разговаривала. Но я считаю, что это, конечно, перебор вообще.